Дело номер 170. Зона убийства. Убитая – женщина 20-30 лет, рост и телосложение среднее. Смерть поступила от потери крови, вызванной пулевым ранением грудной клетки. Инспектор, видите, что было в кармане плаща? Скорее, мамочка! Привет, ежик. Да иду я, иду. Алло, Liberty House? Да. Да. Они здесь. Ясно. Вы нужны шефу. Кому-кому мы нужны? Шефу. Ох, пошли тогда. Клиент уже ждет. Побеседуйте с ней. Кто из нас? Без разницы. Тебе досталось, Горо? Кофейку? Спасибо. Госпожа Таяма, верно? Расскажите о цели вашего визита. Найдите этого человека. Эндо Масао. Разыскивается за убийство женщины и бандита. Этот человек... мой муж. Имя и прическа отличаются, но... уверена, это мой пропавший 3 года назад муж. Его настоящее имя – Тояма Цуёши. Он был обычным офисным служащим в архитектурной фирме. Мы поженились, родились дети, все было хорошо. До того дня. Того дня? Муж любил подрулить. В отпуске они с детьми много путешествовали. Меня в машине укачивает, и я обычно оставалась дома. Та катастрофа разрушила мою семью.
Муж и сын чудом спаслись. Но дочка погибла, когда машина упала с обрыва. Ей было всего 5. Трагедия подкосила мужа. Мне показалось, что он считал себя убийцей дочери. А спустя 6 месяцев он бросил меня и сына. Я даже думала, что он мог покончить с собой. Наконец, я оставила всякую надежду. Но оказывается, он жив. Мне плевать, что он убийца. Прошу, найдите его. Вы обращались в полицию? Нет. Я просто хочу повидаться с мужем до того, как его арестуют. Ясно. Посмотрим, что можно сделать. Сказать-то легко. Но если уж полиция его не нашла, мне тоже придется попотеть. Несколько кружным путем я добрался до Охваты, сел на паром и прибыл в Аякаву. Ну, осмотримся на месте. На обратном пути можно будет посетить золотой прииск Садокин. Самого Токио? Не близкий путь. Извините, что отрывает работы. Нет проблем. Найти данные по трупу из залива Сенкаку – минутное дело. Сагава Хитоми, 28 лет. Работала в Ниигате хостесой в баре «Снак Роман». В убийстве подозревают Эндо Масао. Последний год его часто видели рядом с жертвой. А что насчет убийства бандита? Ах да, это случилось днем раньше. Он повздорил с бандитом, который зашел в бар «Снак Роман». Он украл у бандита пистолет и им же застрелил первую жертву. Украл? Да. После чего скрылся с места происшествия со второй жертвой. Мы считаем, они спорили, когда нагрянула полиция. Тогда Эндо запаниковал и застрелил Сагаву Хитоми? Без всякого сомнения. Пуля, которую извлекли из трупа бандита, и пуля, которой застрелили Сагаву Хитоми, идентичны. А следовательно... Какое-то нет настроения осматривать достопримечательности. Итак, Таяма сменил имя и стал работать на заводе по производству посуды. Поскольку он был временным работником, при найме его биографию не спрашивали. Ниигате полиции ничего не удалось выяснить.
Он был довольно тихий. Разговаривал мало. Не знал, что встречался с хостессой, пока в газете не прочел. Похоже, ему было что скрывать. Я бы тоже не отказался пообщаться с одной из таких девиц. Я твоя, мальчиш-плохиш, да? Сечешь, о чем я? В баре он ввязался в ссору и застрелил якудзу. Потом, вместо того, чтобы сдаться полиции, убил подружку. Неужели за 3 года после исчезновения Тояма так сильно изменился? Заходите! Ну и холодина. Вот, держите. Спасибо. Что закажете? Виски с горячей водой. Хорошо, сейчас. Значит, вы из Токио? Да. А как вы узнали? Есть у вас что-то такое? С моим опытом работы это несложно. Ваш заказ? Вы такой милый. Ну-ну, вы еще та льстица, мама. Твоя, правда? Я какое-то время проживала в Токио. Мама, у меня к тебе вопросик. Какой? Насчет девушки, которая здесь работала, Сагавы Хитоми. Вы из полиции? Вовсе нет. На этот раз интуиция вас подвела. Уметайтесь. После убийства я взяла кредит и сменила интерьер. Наконец-то клиент, подумала я. Но опять из-за убийства. Но ведь... Убирайся. Пошел вон! Ублюдок! Опять все истратила. Черт! У меня их целая куча. Возьмите. Пожалуйста. Так ты не из полиции? Скромный частный детектив. Я здесь по просьбе клиента. Вот как? А это случайно не Таяма? Жена попросила найти его первым. Поэтому я не могу ничего рассказать полиции. Я так понимаю, здесь всегда тихо. После убийства сюда никто не заходит. Убери в голову. Я закрываюсь. Эй, детектив, не хочешь пропустить стаканчик? Я угощаю. Ну? Хорошо, я не против. Эй, детектив, давай выпьем? Да, вот, соусом карри. А вот и он, жареный цыпленок, объедение. Чего себе, чтобы все съел. Вау, вкусно, мама. Повтори. Может, цыпленка? Доедай его, и пойдем в другой бар. Ладно. Эй, детектив, иди поровнее. Кто бы говорил, мама? Вон, вон, вон. Пошли туда. Опять пить? Я только начала. Будем кутить до утра. Но... Хорош тут стоять, пошли. Добро пожаловать.
Как же я напилась. Ну ты даешь. Мне до тебя далеко. Эй, Горо, а ты много получаешь? Нет, не очень. Тогда зачем тебе такая подшивая работенка? Бросай к черту. Наверное, потому что я люблю людей. Потрясающе! Давненько я так не веселилась. Хочешь? Пойдем ко мне. Разве тебя никто не ждет? Дурачок, можешь не верить, но у меня никого нет. Это здесь, мой дом. Так, ключи. Мама, точно никого? Что происходит? Мама, включи свет, скорее! Сдаюсь! Слезь меня! Из чего захотел, варюга? Я не вор, я полицейский! Удостоверение на грудном кармане! Так ты Ямагаши? Я жду объяснений. Что ты здесь забыл? Я из токийской полиции. Но здесь я не по работе. Тогда зачем? Из как разыскиваемых один из подозреваемых был похож на моего знакомого. Я копнул и выяснил, что он пропал 3 года назад. Имеешь в виду Таяму? Значит, Масао Эндо — это Таяма? Таяма выпивал, но мне не верится, что он мог повздорить с якудзой, а потом хладнокровно убить его. Я читал отчеты из Айкавы, но в них, похоже, было не все. И поскольку мы были свидетельницей убийства, я заподозрил, что вы что-то скрываете. Я рассказала полиции все, что знала. Нет, я... Простите. Рассказать, что ли? Тот случай, когда убили якудзу, не был обычной пьяной дракой. Нравится? Это тебе не игрушка. Привез его из Юго-Восточной Азии. Вот это да! А он заряжен, господин? Еще бы! Полная обойма! 38-й калибр. Один выстрел любого на тот свет отправит. Какой ужас! Еще бы, с этой пушкой даже ты меня за яйца схватишь. Шалунишка. Энда! Убивает с одного выстрела. Неплохо звучит. Убить меня захотел? Жалкий дилетант. Ну давай, рискни здоровьем! Испугался? Духу-то у тебя хватит? У меня осталось незаконченное дело. Передай это полиции, сказал он. Он не обращал внимания на боль Бахитоми. А потом они ушли. Незаконченное дело? Мама, однажды, всего однажды мы с ним... Что с тобой? Кошмар. Снова приснился. Моя дочь кричит: «Папочка, спаси меня!» Я убил свою дочь 2 года назад.
меня был отпуск. Я, как обычно, взял детей в поездку. Тот день мы отправились к горе Чичибу. Мы веселились, как всегда. Внезапно хлынул ливень. Когда я пришел в себя, мы висели над обрывом. Я цеплялся за хилую сосновую ветку, которая грозилась обломиться в любую минуту. Если ничего не предпринять, мы все упадем. При этой мысли моей душой завладел дьявол. Если отпустить Саяку, то хотя бы мы с Кейтой выживем. Папочка! Папочка! Не надо! Папочка! Папочка! Спаси меня! Папочка! Папочка! Вскоре после этого Таяма с сыном были спасены. Но, к несчастью, бедный путешественник умер. А потом он превратился в птичку и улетел на небеса. Мама, ты тоже станешь птичкой, когда умрешь? Кто знает? Уже поздно. Закрывай глазки. Хорошо. Спокойной ночи. Сладких снов. Нанасе, предположим, произошло кораблекрушение. Выжило двое моряков, которые цепляются за доску. Представь себе такую ситуацию. Доска не выдержит их обоих. И моряк, схватившийся за доску первым, столкнул второго. В итоге один спасся, а другой погиб. Назовешь ли ты выжившего в такой ситуации убийцей? Ведь из-за него погиб другой моряк. Я бы признал его убийцей. На самом деле он невиновен. Юридически это называется крайняя необходимость. Это значит, что ты не обязан жертвовать собой, чтобы спасти другого. Хотите сказать, что это относится и к Таяме? Да. По закону это не является преступлением. Однако, с точки зрения морали, он убийца своего ребенка. У Таямы всегда было повышенное чувство ответственности. Наверное, для него это было ужасно. Вот здесь Таяма застрелил Сагаву Хитоми и сбросил тело. Нанасе, мне все еще кое-что непонятно. Что? Траектория выстрела. Пуля вошла в левое плечо и застряла в тазовой кости. Довольно необычный угол. Во время борьбы такое не исключено. Но в отчете не упоминается, что они боролись. Возможно, он застрелил ее в другом месте, привез сюда, чтобы сбросить труп в море. Не верится, что у него могло хватить на это духу. Я подумал, что здесь мы сможем что-то выяснить.
Я магик. Я магик. Хватайтесь. Что на вас нашло, Нанаса? Ничего, меня вдруг осенило. Что если была похожая ситуация? Ту ночь Сагава перелезла через ограду, чтобы вразумить Таяму. Если не хочешь сдаться, давай умрем вместе. Это была лишь угроза. Но Таяма не слушал. К несчастью, решался случай. И в тот момент Сагава Хитоми, молившая о помощи, слилась в сознании Таяма с образом его дочери. Спаси! Папочка, спаси меня! Это объясняет необычную траекторию. Это всего лишь версия. Но если она верна, Таяма все еще одержим воспоминаниями о смерти дочери. Алло, детективное агентство Акацуки. А, это ты, ежик. Шеф? Она решила вздремнуть. Да, никого нет. Я выяснил здесь все, что можно. Передай, что я вернусь экспрессом Асахи 341, входящим в 1651. Ладно. Я принесу. Вот. Спасибо. Обед не желаете? Ух, бодрит. Ямаги, откуда вы знаете Таяму? Мы дружили с детства. Познакомились еще когда маленькие были. Впервые встретились после войны. Когда еще можно было увидеть воронки от авианалетов. Давненько мы уже знакомы. Таяма отлично учился, но спортсменом был никудышным. У меня все было наоборот. Он был мелким, ему часто доставалось. Я всегда давал за него сдачи. Потом Таяма стал учиться в Токийском колледже. А я поступил в полицейскую академию. Это было в 60-е, когда заключили договор о безопасности с Америкой. Он вызвал сильные студенческие волнения. В академии я увлекся стрельбой. И даже выиграл несколько стрелковых соревнований. Однажды случай вновь свел меня с Таямой. Мы с напарником решили выяснить, что замышляют студенты, и пришли в кампус, одетые в гражданских. Ордера, естественно, у нас не было. В случае разоблачения нам бы не поздоровилось. А потом я крупно облажался. И студенты нас схватили. После этого пришел лидер бунтовщиков. Им оказался Таяма. Нежданная встреча спустя 4-то года. Таяма отослал студентов и освободил нас. На прощание он сказал мне: это благодарность за то, что выручал меня в детстве. Я был так рад это услышать. Я полагал, что смогу помочь ему, выпутаться из этой передряги. Нанасы-куру! Нанасы-куру! Вам звонят. Подойдите, пожалуйста, в буфет в 9-м вагоне. Что стряслось? Алло, Нанаса слушает. Мама! Как вы узнали, что я еду в этом поезде? Я позвонила в ваш офис, и они назвали мне рейс. Извини, я забыла вам рассказать. Таяма еще кое-что говорил. Несправедливо, что сын выжил. Ради упокоения Саяки он тоже должен умереть.
Алло, Гора? Он тоже должен умереть. Неужели... Маленькие звездочки светят нам с небес. Пи-пи-пи. Хорошо. Иду. А вы кто такой? Я отец Кейты Таямы. Мне сказали, что он здесь. Отец Кейты? Кейта, подойди, пожалуйста. Хорошо. Кейта. Папочка? Папочка, это ты? Ты меня не забыл? Как ты вырос, Кейта? Папочка! Госпожа Таяма, у нас тут завал. Не могли бы вы задержаться на пару часов? Конечно. Спасибо. Ах, да. Здравствуйте, это Таяма. Я задерживаюсь на работе. Можно я заберу Кейту попозже? Кейту? Но его уже забрал отец. Что вы сказали? Куда мы идем, папочка? И правда, куда бы нам сходить? Гуда? Скорее поехали в Таяме, Йошка. Я пригнал твою машину. Господин Таяма забрал Кейту из детского садика. Рамка ждет тебя в квартире госпожи Таяма. Черт, она погнала нас. Ямаги, отвернитесь на минутку. Нанасы! Госпожа, у меня для вас важные новости. Конечно, а вы... Инспектор Ямагиши, мы с вашим мужем дружили в детстве. Дадите. Папочка! Папочка, спаси меня! Папочка! Папочка! Не может быть! Муж убил Саяку! Метка могла обломиться в любой момент. И все трое свалились бы в ущелье. Но если бы упал только один, двое могли бы спастись. Поэтому... Поэтому он скинул Саяку. Это была чрезвычайная ситуация. Вопрос жизни и смерти. Но с точки зрения морали, он убийца дочери. Содеянный преследовал вашего мужа. Даже спустя 3 года, после того, как он вас оставил, его отец зали муки совести. А потом вмешался роковой случай. В тот момент наружу вырвались чувства, которые он раньше подавлял. И он решился на то, о чем думал все эти 3 года? Убить своего сына, который выжил. Восстановить справедливость по отношению к погибшей дочери. Хотите сказать, муж забрал Кейту, чтобы убить? Именно. Этого не может быть! Госпожа, мне нелегко это говорить. Но ваш муж больше не способен разумно мыслить. Он уже убил 2. Нанасы, я... Что мне делать? Госпожа, я связался с полицией. Они могут зарегистрировать похищение. Вы согласны? Да, прошу вас. Внимание, сегодня примерно в 17 часов 45 минут был похищен 6-летний мальчик. Особенность дела состоит в том, что похититель его отец. Вряд ли целью похищения является выкуп. Не исключено, что он может убить ребенка. Это дело повышенной важности. Мы должны найти ребенка как можно скорее. Папочка, я устал. Да? Тогда ложись в кроватку. А мама еще не пришла? Она занята.
и не сможет прийти. Вот как. Зато ты со мной. Где ты был все это время? Я путешествовал. Но сегодня путешествие закончилось. Значит, мы теперь будем вместе. Как здорово. Общайтесь сверху донизу все детские круглосуточные кафе, а также платные автостоянки. Возможно, они ночуют в машине. Досматривайте любую машину с номерами из его региона. Нанасе. Почему муж не рассказал мне про Саяку? Он должен был разделить свою боль со мной. Он не хотел причинять вам страдания. Как же это жестоко! Браки, так быть не должно. Спасибо за все, Нанасе. Но не могли бы вы уйти? Теперь этим делом займемся мы. Да, конечно. Нам пора. Мужайтесь. Благодарю. Пока. Оксан, разрешите взглянуть на комнату Кейты? Пожалуйста, в конце коридора. Кейта готовился поступить в начальную школу. Ковёр самолет? А, это аттракцион в парке развлечений Нерима. Парк Нерима. Папочка! Нанда, что? Еще не спишь? Своди меня завтра в одно место. О, куда же? Парк Нерима. Хочу покататься на ковре самолете. Парк развлечений. Хорошо, давай сходим. А теперь поспи. Саяка, скоро мы с Кейтой присоединимся к тебе. Что? Мы скоро пойдем к тебе. Саяка. Если в нем осталась хоть капля готовских чувств, он придет. Да, бесполезно. Да. Я тешил себя глупой надеждой. Мы уже не ведем это дело. Пусть им занимается полиция. Город. Аяма. Я возьму. Ямагаши слушает. Что? Обнаружили? Где он? Нанаса. Парки развлечений Нерима. Что мне делать? Я могу пытаться его задержать. Нет. Это слишком опасно. Он вооружен. Не арестовывайте его на глазах у ребенка. Но Таяма не знает, что мы его засекли. Нет, не надо. Хорошо. Я свяжусь со снайперами. Носите пожарные. Подразделение снайперов. Папочка, было весело. Да. Попробуй поймать меня. Ах ты! Кейта! Прости, ты как? Прости. Ничего страшного.
А ты это важный парень. Приношу свои извинения. Ничего. Пока. Пошли играть, папочка. Да. Ну как? Тояма. У него пистолет за спиной. Зубон на усилоне хасандеру. Нанасе! Где Тояма? Он вооружен? Да, пистолет за поясом брюк. Папочка, какой ты неумеха! Мне далеко до тебя, Кейта. Милый. Оксан, все будет хорошо. Мы спасем вашего сына. Агенты в штатском стерегут все выходы. Он не уйдет. Задержим его, как будет возможность. Прошу, не надо! Вы хотите размахивать оружием на глазах ребенка? Я понимаю ваши чувства, но Тояма вооружен. Папочка, куда еще сходим? Что, еще не накатался? Не-а, я хочу покататься на всех. Пожалуйста, разрешите мне поговорить с мужем. Нанасе, вы нам это не просили. Я говорила, что хочу повидать его до ареста. Но... Будьте разумны, госпожа. Папа, давай сюда! Папочка, скорее! Скорее! Нанасе, мы сможем разделить их с ребенком? Вряд ли у нас есть выбор. Используйте любой шанс. Он меня знает. А те гориллы уложат его в момент. Ясно. Рад помочь. Ладно, приступим, когда они спустятся. Как мы высоко? Скажи, Кейта. Что? Ты хотел бы быть сестричкой? Сестричкой? Но она умерла. Верно. Она летает на небесах. Почему бы и нам не пойти к ней? Проклятье! Тояма готов умереть. Что? Мы увидим сестренку? Да. Нам надо только прыгнуть. Он хочет спрыгнуть с кольца обозрения. Неизвестно, когда он пытается. Снайперы за мной! Уберите всех оттуда! Есть! Госпожа! Ух ты! Видите, как муравьи! Можно стрелять отсюда. Хотите застрелить мужа? Да, если потребуется. Нет. Чтобы спасти вашего сына, ничего не поделать. Не говорите так, это ужасно. Пойдем, Кейта. Почему снайпер медлит? Мне страшно, папочка. Не бойся. Когда мы спрыгнем, то полетим на птичке. Они сейчас придут. Что? Цельсия! Подождите, не стреляйте! Госпожа! А если вы попадете в Кейту? Мы не знаем, прыгнут ли они. Ну, госпожа! Инспектор, с такого расстояния будет трудно попасть в Тояму. Я тоже не уверен. Дай сюда, я сам.
госпожа. Пожалуйста, разрешите. Может, Кейта и будет ранен, но если не выстрелить, вы потеряете обоих. 3 года назад Таяма выбрал между жизнью и смертью. Теперь ваш черед. Госпожа! Стреляйте. Стреляйте в мужа и спасите Кейту. Таяма. Прости. Папочка! Папочка стал птичкой. Кейта! Мамочка! Таяма хотел вернуться в тот день 3-летней давности. Он хотел упасть в ущелье с детьми. Я не могу ненавидеть мужа за тот выбор, который он сделал. Он оставил мне Кейту. Я вижу. Саяка спустилась за ним с небес. Уверена, что она подарит покой его душе. Папочка! Папочка! Озвучил молодой. Специально для сайта anime-reacta.ru. 2014 год. Перевод Silver Phoenix. Редактор Лурид. Корректор Силд. Оформление Лурид. А также Странник 912.